Всем привет! Сегодня израильская периферия, город Йокнеам. Город Йокнеам расположен на севере Израиля, в получасе езды от Хайфы и Назарета. Население города составляет примерно 23 тысячи человек. Мне очень нравится Йокнеам. Город очень маленький, но расположен в очень живописном и удобном месте. Сейчас мы едем с вами по относительно новому району, улица называется Яар-Одем. Сейчас мы выезжаем на Сдерот Ицхак Рабин. С правой стороны находится Биг Йокнеам. Довольно удобный торговый центр, много магазинов, большой супер. Сейчас мы проезжаем парк Йокнеама. Очень красивое место, с правой стороны расположен парк Йокнеама. К сожалению, он закрыт, и я не смогу его снять, вам показать. Сейчас мы заехали в старый район Йокнеама. Эта улица называется Хагибурим. Район старый, но довольно симпатичный. Много вилл, небольшие дома. Очень зеленый. Этот район обычно называют районом цветочных улиц. Тут все улицы имеют названия различных цветов. Тут есть улица Ясмин, улица Иерусалим. Ну, довольно симпатично.
с левой стороны от нас находится промышленная зона Йокнама. Промышленная зона Йокнама находится более 100 предприятий. Среди них есть такие крупные предприятия, как Mellanox, Cellcom, Marvel. Также есть Osan и Soltam. Много рабочих мест, высокие технологии, есть предприятия, которые занимаются биотехнологиями. В общем, и людям с техническими профессиями, инженерам, различным инженерам, программистам, физикам, математикам здесь вполне реально найти высокооплачиваемую работу. Ну, а мы провели чудесный день в замечательном путешествии, и нам пора возвращаться домой в наш город Мигдаль-Эмек.